people, снова мы. Не, ну конечно, с музыкальным фристайлом, да, прям в точку. Армавир же, знаете, какой город музыкальный? Да ты чё, ну, у нас же Beatles распались. Да, к нам приехали, увидели уровень музыкальности, разбежались, ну. В Армавире самый большой черный рынок белых клавиш, да, на юге России. Не слышали, нет? Да что тут говорить, у нас людей в оркестровых ямах хоронят. Александр Васильевич, конечно, с конкурсом прям угадал. Да ладно тебе, угадал, знал он, ну. Мы ж пришли сразу, говорим, Александр Васильевич, а вот если прям чересчур все музыкально будет, жюри не станут оценки занижать? Он говорит, ну, ребят, в принципе, в правилах такого нет. Не, ну вы тоже не лупите. Вот. Александр Васильевич, мы прислушали совета, размузыкалили выступление. Вы что, не верите? Вы не верите? Да мы людей авторитетных с Армавира привезли, сейчас они докажут. Егорыч, что у нас есть? Директор музыкальной гимназии. Зови, зови. Вот сейчас, конечно, аккуратней, да. Человек, знаете, такой опасный. Он, чтобы директором музыкальной гимназии стать, прошлому директору отравленную флейту подсунул. И еще его, кстати, называют человек-оркестр. Да, просто он один за 26 человек зарплату получает, да. Встречайте, директор музыкальной гимназии. Здравствуйте. В первую очередь хочется выразить слова восхищения передачи шоу «Голос». Дмитрий, вы блестящий ведущий. Завидую белой завистью. Просто мечтаю оказаться на вашем месте. И в качестве жеста доброй воли примите от меня этот скромный подарок. Флейту. Сыграете? Ну не умеете играть, просто дуньте пару раз. Да мы вообще-то сюда по делу приехали. Так, здравствуйте, вы директор музыкальной школы? Да. Коля, подержи яйца, пожалуйста. Вы че, а? Вы че творите? Женщина, за что вы меня бьете? А за что вы моего сына с музыкальной школы выгнали, а? Да потому что ему медведь на ухо наступил. Медведь на ухо? Коля, покажи уши. Ты че, ты? Ты кого обмануть пытаешься? Я 20 лет на рынке на старых весах работаю. Ты на меня только посмотрел, я тебя уже два раза обвесила. Самое интересное, я, значит, по 500 рублей каждый месяц им сдаю на струны, а они моего сына со школы выгоняют. Какие струны, он барабанщик? Подержите яйца, пожалуйста. Ты чё, ты? Ты кого надурить пытаешься? Женщина, нельзя бить детей! А, то есть нельзя бить детей, да? То есть нельзя бить детей, то есть я плохая мать, да? И не могу воспитывать своего ребенка. Хорошо, держи яйца. Наказывайте! Нет! Тогда сама! Ай! Женщина, перестаньте! Ну вы поймите, что музыка это не его. Отдайте его, например, ну, на бокс. Какой бокс? Вы что, сумасшедший? Вы хотите, чтобы ребенку голову отбили, чтобы он дебилом стал? Не грызи ногти! Дайте последний шанс, я вас прошу. Хорошо, пусть споет песенку. Это мы можем, Коленька, давай. Вступай! Давай! Ну вот здесь! Эй! Антошка, Антошка. Да заткнись ты! Еще и песня не та, но смотрите, я это так не оставлю. Пошли, на бокс тебе отдам! Запомните, пока я директор этой музыкальной гимназии, ни один бездарь здесь учиться не будет. Ну, по крайней мере, бесплатно. Ну чё, ну поверили? Опять не поверили? Ладно, у нас есть этот министр музыки, да. Кстати, гениальный человек, да. Вот как однажды приснилась Бетховену лунная соната, да. Так и ему однажды приснилась лунная соната Бетховена. И он тоже почему-то этим очень сильно гордится. Ну, встречайте, министр музыки Витя Рамс. Добрый вечер, незнакомым, незнакомым. Привет, Москва! Я не вижу ваших рук! Все, 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 опусти. Голова кружится. Ну что, наболтаем децибел? Я помню, раньше у вокзала был базар. Я в детстве там для бати пиво покупал. Но ночью технику нагнал муниципалитет. А утром раз и все, базара нет. Базара нет, базара нет, базара нет. И все вокруг базарят, что базара нет.
И помню, тихо я тогда тебе сказал: прощай навеки, мой родной базар-вокзал. Всем мужчинам фарту, женщинам фартук. Не, ну сейчас-то поверили, не? Леха, а? Леха, там эти приехали. Кто? Ну те, которые босиком ходят. Ну которые в землянках живут. Кто, бюджетники, что ли? Да какие бюджетники? Короче, давай, ты их пока задержи, а я народ подготовлю. Давай, давай, давай. Граждане, у нас в городе есть группа товарищей, но вы об Армавире строго не судите по ним. Вот, они в лесу живут. Ну, знаете, у них творчество такое мерзотное. Но когда они приходят в город, потом 3 месяца после этого нет тараканов. Встречай, Москва! Надо поле притоптать! Пересидели мы на муравейнике, да? Точно. Так, успокойтесь. Кто вы такие? Мы группа Les Pistols. И чего вы хотите? Мы хотим на Евровидение. И у нас, кстати, есть все предпосылки, да. Нас зовут Сергей Лазарь. Топоти-топота. А это кто? А это Топал, да, младший наш. Вот, ну, с ним беда случилась, да, вместе начинали, потом по опушке шел, шишки собирал. Ель огромная, как начала падать. Он замешкался, влево отпрыгнул и прям под ель, да, все. С тех пор по древнеармавирскому только разговаривает. Топоти-топота. Красивая, красивая, потом съешь. Так, и что вы будете петь на Евровидении? Как и все песни. Олег медведя увидал, запахло в воздухе фиаско. Топоти, 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 топотай. Заткнитесь! Какое фиаско! Тихо! Тихо, 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 тихо. Куда собака спать собрался? Концерт идет! Ну не научился ты смеяться, не смейся, что ты мучаешься постоянно? Так, вы понимаете, что на Евровидении надо петь что-то современное? Есть у нас современное, да, вот про строительство. Плотина бобровая, вот такая. Плотина надежная, навеки построена бобриной семьей, но не согласована. Кадастры не вписано, и вот он финал у песни такой. Электричка из Москвы разнесла к чертям бобриный самострой. Бобрострой! Заткнитесь, какой бобрострой? А, я понял, ты пьяный. Во-первых, не ты, а мы. А во-вторых, будешь? Не буду. Вы поймите, что Евровидение – это Европа, а в Европе надо петь про свои ценности. Есть у нас песня про европейские ценности. Однажды на почве ухода жены ко мне постучался косматый геолог. Пошли вон отсюда! Пошли вон отсюда! Да ладно, дядь Паш, ну хватит, на самом деле это мы. Че, серьезно, что? Да ладно, прекрати, ты же знал. Друзья! Простите, мы вас обманывали. Никакой Армавир не музыкальный город, да. И все вот эти авторитетные люди, которые сегодня выходили на сцену, это не наши гости, это мы переодевались и вас дурачили, да. Не, если нам не верите, потом эфир пересмотрите, там прям явно видно. Ну, вообще, знаете, если Армавир не музыкальный город, то зато у нас проживает очень много забавных и веселых персонажей, которых за одну игру, ну, никак не покажешь. Минимум 3 надо. Спасибо. Команда КВН «Русская дорога». Просто нам завещана от Бога русская дорога, русская дорога.